Друзья, сегодняшняя тема видеоролика будет касаться Instagram. Почему вы получаете эти страйки, что у вас притормаживается, ваши рилс не продвигаются, как это убрать и все, в принципе, остальное. Добро пожаловать на канал PolExpert, с вами Владимир. Смотрите, история такова, то, что вот у меня буквально начинающий профиль, я веду канал Just Run YouTube, второй вы можете найти в описании под видео и в закрепленном комментарии ознакомиться. И столкнулся с такой ситуацией, что в Reels очень хорошо они продвигались, набирались подписки, но я перепостил какую-то историю и получился запрещенный контент. Хотя там никакого запрещенного контента не было. Система как бы это автоматически как-то отбирает, а спорить это практически невозможно. Я уже два раза отправил, и с 11 марта я уже это дело там по 4 или по 5 дней оно проверяется, в итоге там отказывается, также висит. И короче, пока эта штука висит, мы не можем как бы продвигать, то есть мы остаемся с теми подписками, то есть мы никому не рекомендуемся. Те, кто на вас подписался, то в принципе видят, да, что рекомендаций никаких нет. Я сейчас вам это в принципе наглядно покажу. Смотрите, показываю вам историю, то есть до этого у меня публикации хорошо стреляли, вот, там до момента вот как 12 тысяч, и потом пошло, все по чуть-чуть перестало продвигаться. Почему? Нажимаем вот на персональная панель, вот, проверить статус аккаунта. Вот. Мы видим, что у нас действует нарушение. Вот руководство по рекомендациям, то есть проверить там удаленный контент. Там была история вообще, ребят, ну, просто там с котом история, скажем так. То есть ничего там, никаких нарушений нет. Вот если не согласиться с нарушением, мы нажимаем отправить запрос, но комментарий никакой нам не дает, чтобы мы там могли что-то дописать, то есть проверить эту историю. То есть мы даем запрос, и примерно 4-5 дней приходится ждать, чтобы как-то это все разблокировалось. Но нету никакой связи, как связаться, чтобы дать какие-то объяснения, чтобы проверили этот автоматический режим. Не автоматический режим, не поймешь. Нема, как это сделать. Поэтому вот сейчас вот в таком-то режиме оно остается. Но как бы в любом случае вы можете отправить. Я уже пару раз это делал безрезультатно. Короче, пока не знаю. То есть будет ли какое-то решение. Если это видео наберет там около 500 лайков, тогда я запишу вторую часть, как все-таки дописаться, убрать это, чтобы дальше рилс продвигались и все было нормально. Поэтому делитесь этим видео, чтобы сделать вторую часть. Вот, друзья, а как решить эту ситуацию? Нужно дописаться, чтобы эти разработчики все-таки обратили внимание. Если оно, в принципе, так зависнет, то уж извините, эта фишка будет висеть целый месяц. Спустя 30 дней она уберется и сможем, в принципе, дальше продвигать. Но есть и другое решение. Если это видео наберет 500 лайков, повторяюсь, тогда я запишу вам уже второе решение, чтобы решить данную ситуацию. Поэтому помогаем, продвигаем данное видео, делимся с вашими друзьями, близкими, знакомыми. Подписка, лайк, комментарий. Дальше больше. Скоро увидимся. It's dangerous. Here we are now. Yeah,